Привет, ребята, революционеры. Обзор очередной дешевой еды. Яблоки я уже эти показывал. По-моему, это богатырь сорт. Кислые, но для любителей кислых яблок. Ну, зашибись, внутри никакой гнили нету. Вот такие вот апельсины попались. Выглядят симпатично. А на вкус обычные кисловатые, почему-то они там не дозревают постоянно. Мандарины вот такие, по-моему, Пакистан, стоили 50 где-то рублей, этот 65, это 35, это яблоко, ну это тоже богатырь, это какое-то дорогое яблоко. 58 рублей было. На самом деле такие продают под 100 рублей. Я даже не знаю, что за сорт. Но подозреваю сладкое яблоко. Видно, красные обычно сладкие. Вот и все. Вот я специально открыл один апельсин. Надо проверять, что внутри может быть фигня какая-то, гниль. Нет, все нормально, но кислый, кисловатый апельсин, хотя снаружи выглядит вот таким вот румяненьким, но внутри кислота. Мне кажется, апельсин должен быть более сладкий. Ну и все. Ну еще купил этот укроп, как обычно, 190 рублей килограмм. Так, что такое, что он вспышку, яркость меняет, дарик что ли дохнет. Вот, 190 рублей килограмм, трава я дешевле пока не нашел. Ну, парниковая, естественно, безвкусная эта трава. На этом заканчиваю, спасибо, до свидания. Подписывайтесь, ставьте уведомления, даешь революцию, слава либертарианцам.